На неделе в Польше самый крупный фестиваль этнических белорусов. Сябровская беседа в 16-й раз собрал любителей нашей мовы и культуры. Насладиться белорусской культурой съехалось много гостей. 10 часов в летнем лесном амфитеатре звучали национальные мотивы. Даже наш корреспондент Анастасия Бенедисюк настолько прониклась, что сама заговорила на мове. Каля 10 километров от мяжи это уже Польша. Гмина Грудок, простей кажучи, городок. Амаль 6 тысяч жыхароў насельніцтва и 80% из них белорусы. Вось уже 16-й год. Менавіта у Грудоке на сябровских сустрэчах збираются земляки. Шмат лясов, водоемы, прибраные вулочки, да догледжаная господарка. Здаецца, и не з'язжаў от родной хатки, а тут еще и мова матчына. Белорусочка, ты хоть зредку меня вспоминай. И он изменил место жыхарства, коли ему не было и 10. Теперь у Падляши, у пана Янки Карповича есть своя белорусочка. И это на самом деле только почуя пани мотивы близкие, хучей спевать да пританцовывать, ну хоть бы и с ведром. Полька белорусская. Мандалинка, гармонь да гитара, вось табе и хутор. У пана свой гурт. Спевают и по-польску, и по-руску, але наиближей мова. Мать и господара спад Волковыску. Теперь у сталым узросте этничный белорус там и родню наведвая, и залы слухачоу збирая. А вертаются у Польшу только об одним дачку просить – отдать унучку у класс белорусским. С молоком матери. Нас у дома на нашей мове не разговаривали. Кто мая пашану до родного, ну то это просто тримаем в сердце и користается этим. Орнамент белорусский я начала вышивать, может, с полтора года тому. Пані Мірко рассказывает, за гэты час орнамент из книги, подарованный белорусами, вывучила от А до Я. Больше того, поспела уже на ручниках вышить. Теперь вось узнов за краявиды узялася усё частей селянское житё, жито, скот, рослины. У нас тут большинство белорусов, и мы чуем себе, я знаю, народжены в Польше, а чем мы белорусы. Подлечила пани година ее працы, каштует 3 злотых, не лишняя на пенсии. Так жанчына еще ж спевая на мове, что выучала с 3 класса. И вось дзе цуд, польский городок, однако жыхары амаль только по-белоруску размаўляют. А спевают, дык выключно на мове усе. Вось хто з года ў год збірае тут землякоў. Прымакі з галоўным чудаком Юркай Астапчуком. Тут яны гаспадары. За сталом сяброў сустракаюць, да іх з хлебам, соллю і песней. Віталі, якой і са сцэны, і каля. И уявите себе у поли. Усяго 30 коллективов, полова с гэтых местов. Яшчэ частка приехала с разных регионов Беларуси. Сердце радуется и хочется спевать, хочется показывать людям нашу традицию, как то было колись. Мы задоволены, что добро проводим сотрудничество с владами Беларуси, что мы можем тутай запрашаць вашыя калектывы. Калі контактаў міжнародных больш, нават у галіне культуры, вядома, што гэта можа спрыяць развіццю эканомікі, развіццю абмену таварамі, праўда, развіццю абмену турыстычнага. Для сцэны адкрытага амфітэатра сталы частавалі гасцей пад гукі родных песень. Тут брат і брат, тысячы землякоў і зацікаўленых нашай культурай сабраў Грудок. Хороша музыка, прымакі співаюць, зорка. Очень хорошо. Люблю белорусскую музыку. Мы штороку приходим сюда. То наши родные песни. И белорусы, и поляки, уще, как одна семья. У этом годе сустречу сполучили с юбилеем прымаков. 20 год им, а тому праз усю импрезу только одни я словы. А с Польши многое лето на неделе и прымакам, и пане Мирославе, и пану Янку с жонкой Иреной и усім этнічным белорусам жадали. Анастасия Бенедисюк и Антон Филанович.